Образцовый хореографический коллектив «Аленка» открывает свой юбилейный концерт. Четверть века коллектив радует зрителей народным танцем. За эти 25 лет он воспитал не одно поколение талантливых артистов, мальчишек и девчонок. И сегодня продолжает свои славные традиции, открывая удивительный мир искусства движения. В день своего 25-летия коллектив «Аленка» дарит творчество на родной сцене во Дворце культуры имени Валерия Павловича Чкалова. Сегодня здесь царит атмосфера праздника и не утихают овации. Этот праздник – это уровень муниципальный, областной, даже региональный, потому что те награды, о них еще скажут, что завоевала у нас «Аленка» во главе с Еленой Игоревной Ходышевой. Это очень большие достижения. 25 лет назад началась история коллектива, и практически сразу его признали образцовым. В этом году он 8-й раз подтвердил свой статус. «Аленка» — это более 130 ребят, как самых маленьких, еще дошколят, так и взрослых. Многократный лауреат различных конкурсов, участник фестиваля от районного до международного уровня и, конечно, самых ярких мероприятий нашего городского округа. Сегодня в репертуаре свыше 30 танцев, а руководит коллективом все эти годы талантливый человек, яркая личность, балетмейстер Елена Ходышева. Начинали мы с 15 детей. Через 5 лет у нас уже было первое гран-при конкурса «Щелковские веснушки». После этого нам предложили стать образцовым. И вот мы защитили. И с тех пор мы каждые 3 года подтверждаем звание образцовой. Вместе с командой людей, влюбленных в свое дело, Елена Игоревна создает не просто номера, а композиционно продуманные до мелочей постановки. Ведь народный танец – это культура, и каждое движение в нем имеет свой смысл. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».